Одинцовский центр эстетического воспитания – точка притяжения талантливых ребят района. Благодаря фестивалю «Ступени» сотни мальчишек и девчонок открыли для себя новые творческие возможности. Окрыленные победой районного уровня, лауреаты успешно штурмуют международные и всероссийские конкурсы. На протяжении вот уже 12 лет наш фестиваль пользуется большой популярностью еще и потому, что для наших детей это возможность проявить себя и дать заявку на участие в областном конкурсе «Юные таланты Москвы». Одаренных детей замечают и нередко. Они получают приглашение продолжить заниматься любимым делом, но уже на профессиональном уровне. Именно так создавался Одинцовский молодежный оркестр. Инструменталистов искали долго, а нашли благодаря фестивалю «Ступени». Количество участников с каждым годом только увеличивается. В этом году Центр эстетического воспитания на своей сцене принял свыше 2000 ребят из разных школ района. Он включает в себя несколько конкурсов. Это и традиционная кукла, и балтер психоры, и театральная весна, и живое слово. Здесь дети могут проявить свои творческие таланты в области искусства. 6 номинаций, 2000 участников и только 145 лауреатов. Именно они будут отстаивать честь района на областном конкурсе «Юные таланты Московии». Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».